Итак, ребятки, запускается Windows 98 и все работает. Значит, я купил себе новый компьютер для того, чтобы, там, я не знаю, играть в старые компьютерные игры, пользоваться старыми программами. И, значит, купил его за 500 рублей. Значит, какие у него характеристики? Давайте-ка посмотрим. Так, свойства. Вот, смотрите. Так, что-то ничего не написано, кроме того, что 255 мегабайт ОЗУ. А где у нас процессор? В общем, смысл в том, что процессор здесь 600 МГц, Pentium 3, и 256 мегабайт оперативы. Значит, нет тут видеокарты. Посмотрите, что внутри. Внутри пусто. Значит, как это показать вам? Значит, вот. Единственное, что я сделал, это вставил две платы. Одну плату на USB, другую плату на LAN. Чтобы выходить в интернет при помощи кабеля. Вот, как видите, какие-то циферки. Что это означает, непонятно. Значит, что хочу сказать. В интернет здесь никак не выйти. Так, упала крышка. Значит, в интернет никак не выйти. Нужно, видимо, искать драйвера. Но при этом USB порты не работают. Нужно какую-то программу ставить. Где эту программу найти? Это нужно ее записывать, получается, на диск, потому что через USB не получится ничего сделать, потому что я вставил флешку, он ее не распознал, видите, ее нет нигде тут. И написано, типа, обнаружен новый, как бы, драйвер какой-то, или, типа, устройство там. Нет, устройство, да, устройство обнаружено, типа, хотите установить драйвер? Ну, я такой, ну, хочу. И что-то он нифига не установил. При том, что на Windows 2000 там все нормально ставится. Там сразу же работает и сеть LAN, и сразу же работает, как ее называют, USB-флешки. Вставляешь USB-флешки, они сразу же определяются, и ты можешь, что хочешь там ставить и так далее. Значит, по скорости достаточно быстро открывается. Если бы не вот эта проблема с интернетом, конечно бы, я, наверное, оставил бы Windows 98, потому что работает реально быстро. Значит, ну, скорость прям, знаете, как у какого-нибудь четырехъядерного, четырехгигового компа. Сама операционная система Windows 98 весит, покажу сколько, 328 мегабайт. То есть достаточно мало. Так, еще я ставил сюда Windows 98 EVE, и там интернет сразу же запускался, ну, типа, какая-то версия, самоделка, но та версия очень сильно лагала. Даже Windows 2000 на SP4 так не лагал, как, собственно, Windows 98 EVE. Сейчас, наверное, буду ставить Windows 2000, или, может быть, попробую Windows Millennium. Может быть, у Millennium получше ситуация. Значит, единственное, что меня еще тут бесит, это то, что не все браузеры здесь можно установить. Если, например, на Windows 2000 можно поставить Opera 11, и даже в некоторых версиях Windows 2000 можно поставить Opera 12, то здесь, к сожалению, максимальная Opera — это 7-я, что ли, или 8-я. И там почему-то к Opera требуется лицензионный ключ, там написано «Введите лицензионный ключ». То есть раньше, это в то время, когда, видимо, еще бабло брали за установку браузеров, да. В общем, на этом все. С вами был я, Битард671, поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание. Пока.